Всем доброго дня и хорошего настроения. Я сегодня хочу приготовить старинное русское блюдо, которое называется скоблянка. Я уже готовила это блюдо, оно получается очень вкусным, сытным, могу его вам порекомендовать. Если вам интересно, как готовится это блюдо, оставайтесь со мной, приготовим его вместе. Итак, что же нам для него понадобится? На 1 килограмм картофеля необходимо будет взять 200 грамм свинины, 200 грамм курицы, если у вас есть говядина, то лучше, конечно, использовать еще и ее, тоже 200 грамм. Луковица 1 штука, грибов 100 грамм, сливок 150 миллилитров, соль, перец по вкусу и масло растительное для обжаривания. Приступаем. Сперва подготовим все продукты к обжариванию. Мясо в этом блюде должно быть слегка замороженное. Видите, оно такое. Его нужно очень тонко нарезать. Блюдо поэтому и называется скоблянка, что мясо нужно как бы соскабливать, чтобы оно было такое наподобие стружки. Конечно, в идеале лучше взять три вида мяса, но если у вас есть два, то это тоже не страшно. Главные ингредиенты в этом рецепте – мясо, картофель, лук и грибы со сливками. Можно добавлять овощи. Грибы нарезаем небольшими брусочками. Лук нарезаем полукольцами. Первым обжариваем мясо. На отдельной сковородке обжариваем картофель. Добавляем немножко воды, чтобы потушить слегка наше мясо и грибы. Добавляем сливки или сметану. Пробуем блюдо на специи, и если вам чего-то не хватает, соли, перца можно добавить. Я добавила еще сухой чеснок. Перекладываем сюда картофель пожаренный. Все соединяем и тушим еще минут 10-15. Крышкой по-прежнему не накрываем. Ну вот и все. Блюдо готово. Оно получается необычайно вкусное, сытное, ароматное. Надеюсь, что вам этот рецепт понравится. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Также обратите свое внимание на ссылочки, которые находятся внизу этого видео. Пройдя по ним, возможно, вы найдете свой любимый рецепт. Ну а сейчас всем до свидания и до скорой встречи.